вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні будемо спілкуватися з депутатом Миколаївської міської ради Владиславом Єнтіним. Доброго вечора. Вітаємо вас на нашій студії. Пане Владислав, наскільки ми знаємо, ви член комісії з житлово-комунального господарства. Власне, це та галузь, до якої у жителів міста найбільше претензій. Ну, по-перше, хотілося б дізнатись, які такі найбільш актуальні питання ви сьогодні вирішуєте, від яких залежить життя і благоустрій міста? Будь ласка. Ну, в першу чергу я би хотів сказати, що сьогодні є проблема у нас кадрова, в плані того, що сьогодні навіть ті люди, які працюють в департаменті ЖКХ, є, вони не дуже освідомлені, или же не на очень, там, скажем так, корректно выполняют свои обязанности, функции. Тем самым мы сегодня видим вот то, что происходит на территории города. Это неубранные улицы, это не кронированные деревья, это сегодня не высаженные вновь, как всю жизнь было, всегда высаживались новые деревья по весне. И масса других проблем. И больше всего как бы меня сегодня, как члена профильной комиссии, беспокоит то качество выполненных работ, которые сегодня заказывает департамент ЖКХ. Я это постоянно на каждой комиссии эти вопросы ставлю, о том, что сегодня у нас помимо тех людей, которые работают в департаменте ЖКХ и принимают работы, массово принимают работы, как по укладке асфальта, как по уборке мостов, как по уборке города, есть претензии. Почему? Потому что это физически там нескольким людям тяжело принять этот весь объем работы. И я всегда старался донести свою позицию, что должны быть какие-то независимые организации, профильные, независимые эксперты, которые бы включались бы в процесс, те понятные документы, которые подписывает департамент с исполнителями. Почему? Потому что сегодня, вы знаете, перешли многие на систему Прозора, и в том числе департамент ЖКХ, ну, по крайней мере, пытается. Конечно, не в полном объеме, но тендера происходят, и на тендерах сегодня очень заметно занижают цены. Естественно, как бы борьба, конкуренция на этом рынке очень большая. То есть это в будущем может сказаться на качестве? Конечно. А дело в том, что мы уже видим, как оно сказывается на качестве. Не надо далеко ходить. Вот у нас в Варваровке есть сквер солдата. И все сегодня, вот я уже смотрю в соцсетях, и люди много обсуждают этот вопрос о том, что кронировалось в декабре месяце деревья, и сегодня весной там нету ростков и нету, скажем так, нету признаков того, что дерево все-таки пережило зиму, и оно может зацвести. То есть большинство деревьев сегодня там просто стоят голые, как говорится, рогатки, которые, ну, в этом году по-любому они не зацветут. И зацветут ли они вообще, это станет вопрос. Плюс те работы... То есть нарушена технология? Конечно. Дело в том, что вот я к чему и говорю, что департамент ЖКХ, вот я ставил тоже неоднократно вопрос о том, что в городе, это есть в других городах, в Одессе, в Херсоне, в Киеве, есть коммунальное предприятие «Благоустрой места». То есть то предприятие, которое непосредственно выполняет эти работы, там, где есть специалисты. А сегодня может предприятие выиграть тендер за счет понижения цены, но не факт, что там есть специалисты. То есть они дают информацию о том, что у них есть специалисты, там агрономы, еще кто-то, там люди тех профессий, которые обязаны выполнять эти работы, но на самом деле это сложно нам проконтролировать. То есть они подают... Да, вот я только хотела спросить, а есть ли какие-то вот контроль за тем, кто подает документы, действительно ли есть специалисты, и можно ли отказаться в этом случае от того, кто выиграл тендер,
Почему? Потому что он не в состоянии качественно выполнять услуги. Можно и нужно, и поэтому же я и ставлю вопрос о том, что департамент ЖКХ должен четко принимать, скажем так, меры реагирования при подаче документов, удостоверяться о том, что есть эти специалисты, они могут выполнить эти работы, и, соответственно, потом четко прописать схему приемки работ. Вот сегодня наглядным примером, вот я сейчас разбираюсь, четкий пример, вот был тендер на уборку аэропорта Борисполь, большая сумма, и там очень четко и грамотно расписано сами работы, выполнение каких работ нужно провести, и схема подписания актов выполненных работ. Все написано до мелочей. И я хочу сегодня как бы разобраться до конца и предложить эту схему принятия работ по данной схеме. Там, где будет четко прописано, а не так, что сегодня у нас там по тендер прошел по парку Победы, а там площади там 30 гектаров, а по покосу там 70 гектаров. То есть как оно может быть? Вот сейчас как, вот сидим. Как это может быть? Ну вот так вот может быть у нас все может быть в нашем департаменте ЖКХ. Поэтому как бы садимся, разбираемся. И самое главное, что это не наши функции. Мы как депутаты, мы же не имеем влияния там на проведение тендеров. Мы только фактически наша задача смотреть выполнение работ. Ну деньги-то выделяются из городского бюджета, а ваша, наверное, функция контролировать эти все. Вы понимаете, в чем дело? И вот как правильно? Я уже неоднократно вносил предложение включить, и есть даже протокольное поручение городского головы о том, чтобы включить в состав комиссии по приемке объектов, то ли крыши, то ли там канализации, включить группу там из нескольких депутатов, нескольких журналистов, там специалистов в этой отрасли, и до сих пор это распоряжение, ну, доручение мирского головы не выполнено. Департаментом. Ну, так можно поручать что угодно, если не выполнять. Вот мы поэтому говорим о качестве. Вот проблема у нас сегодня такая, что у нас проводятся тендера, проводятся закупки, а качество мы сегодня видим и не такое, как бы хотелось. Поэтому моя сегодня вот позиция о том, что сегодня должно быть коммунальное предприятие, которое подчиняется городскому голове, подчиняется депутатам городского совета, мы можем нормально его контролировать, мы можем нормально выделять финансирование, и есть кого спрашивать. А когда фирмы демпингуют, выигрывают в 3-4 раза дешевле, то вы сами понимаете, какая будет уборка тех улиц, озеленение и, скажем так, благоустройство. То есть благоустройство улиц идет и уборка, и озеленение, и уход за этими, да, зелеными насаждениями. И вот если подобное предприятие коммунальное будет создано, я вот хочу узнать по поводу тендерных процедур, то они тоже должны там проводиться? Дело в том, или что это напрямую, да, будет финансироваться? Нет, они свыше там определенного объема средств по закону 78-я, кажется, статья Хозяйственного кодекса, они обязаны провести тендера на закупку тех или иных услуг, видов работ, либо же товаров. И какой тогда смысл существования этого коммунального предприятия, если они все равно закупают какие-то услуги? Или просто поясните для человека, который смотрите, плохо в этом разбирается. Да, дело в том, что, смотрите, коммунальное предприятие легче контролировать нам. Дело в том, что если вы как частное предприятие выигрываете тендер, мы же не можем к вам прийти и проверить вас. Угу. Мы не можем. Мы не... То есть нет рычагов влияния. Совершенно верно. То есть у нас есть рычаги влияния, это там написать в КРУ или написать там в правоохранительные органы. То есть это уже последнее дело. А будучи в коммунальном предприятии, мы сможем это контролировать на всех этапах. То есть у нас каждый там месяц идет отчет директоров коммунальных там предприятий там, по графику. То есть мы можем пригласить директора коммунального предприятия, узнать, какие проблемы на предприятии. Увидеть, если мы видим некачественное выполнение работ, мы можем сразу пригласить. То есть, а если это частное предприятие, то есть эта процедура занимает определенный срок времени, там более месяца. То есть и фактически как бы мы уходим, скажем так, с проблемами, и эти проблемы постоянно нас будут преследовать. Хорошо, вашу инициативу слышат. Какова вообще реакция? Есть ли перспективы создания подобного предприятия? Ну, как бы
Есть, в принципе, перспективы есть, но как бы у нас вот сегодня это, скажем так, есть кадровые проблемы, поэтому как бы не сильно охотно стараются делать что-то новое и что-то непонятное для них. Но на самом деле это поэтому принципы работают масса городов. Сегодня, как ни смешно, но сегодня в Николаеве нету коммунального предприятия, там Николаев Лифт. Есть предприятие Николаев Лифт созвучное, но это коллективное предприятие, то есть там, где учредители полностью 100% коллектив предприятия. То есть они отношения к городу никакого не имеют. Я просто хочу очередной раз То сказать. есть, если у вас, допустим, как у людей, которые ответственны за бюджет, да, есть какие-то претензии, Да. вы не можете их Конечно. высказать. Да, то есть я же поэтому говорю, что сегодня мы можем только письмами, только какими-то встречными там проверками проверять их деятельность, проверять их выполнение работ. Поэтому я говорю, что у нас сегодня как минимум стратегических несколько предприятий должны быть в городе. Это коммунальное предприятие «Николаев Лифт» и коммунальное предприятие благоустройства города. Те две на сегодняшний день огромные проблемы, которые в городе существуют. Ну, не говоря уже о других коммунальных предприятиях, которые сегодня имеют право быть. И вот у нас было коммунальное предприятие «Зеленое хозяйство». Оно, правда, было областное, но как бы в работе с городом все было у нас нормально. Потом это коммунальное предприятие было продано областью, на базе создалось ООО «Николаев Зеленхоз», которая тоже к городу никакого не имеет отношения, только, как говорится, город выступает заказчиком. Поэтому сегодня, как бы имея тоже там коммунальное предприятие «Зеленое хозяйство», то есть мы бы могли тоже на базе наших там некоторых коммунальных предприятий, где есть земля, где есть недвижимость, тоже выращивать рассаду, там складировать технику и выполнять работы, купить. Сегодня у города есть достаточно средств, чтобы вся эта техника, люди были наняты на работу, они официально получали заработную плату и работали, и украшали наш город. Хорошо, коммунальные предприятия, есть примеры коммунальных предприятий, которые не прибыльны. Насколько реально, чтобы эти предприятия работали с хорошей прибылью? С хорошей прибылью для того, чтобы работали предприятия, там должен быть достаточно образованный, компетентный руководитель. То есть менеджмент грамотный. Менеджмент, да. Сегодня, если хромает менеджмент, мы видим сегодня ту работу, которая есть, ну, на данных предприятиях. И вот мы вчера буквально наблюдали, вот новый менеджер пришел, уже практически будет год, на Николаев Водоканал. То есть забастовка была сначала там порядка там до 50 человек вышло бастовать. Вчера было более 130 человек, которые вышли и высказали, скажем так, свое недовольство в отношении профсоюзного комитета и в отношении директора. Ну, это, собственно, уже следствие забастовка. А с чего все началось? Почему выросло такое А, недовольство людей? недовольство людей, потому что все работают на одном предприятии. Все прекрасно видят и понимают и знают, кто сколько зарабатывает. И когда человек, который лезет в яму, в 4-метровую яму с фекалиями, работает на, скажем так, на опасных объектах и получает там заработную плату в размере 3 500 гривен, то есть это именно заработную плату, и когда он видит ведомость, в которой там начальник службы безопасности или замдиректора по безопасности получает более 10 000 гривен, то задается вопросом: что делает начальник безопасности функционально? И что делает человек, который работает на глубине с водой, с фекалиями? То есть вчера люди четко дали понять о том, что они сегодня не видят все-таки на работе не видят тех каких-то серьезных выявлений нарушений службы безопасности. И фонд заработной платы, там отдела безопасности, там как у отдела, там где работают люди, действительно тяжело работают, с проблемными там объектами работают. И поэтому они высказали свое недовольство. И когда они меня пригласили на встречу, как бы, я увидел о том, что коллектив вообще практически никто не слышит. То есть это вчера и была и ваша съемочная группа, были еще вчера журналисты. То есть директор не вышел, заместитель директора не вышел, главный инженер не вышел. Вышла служба безопасности, которая вызвала полицию для того, чтобы выяснять, каким образом я оказался на территории.
А по статусу депутата городского совета я обязан проверять работу коммунального предприятия. То есть вам не нужно заранее предупреждать, что конечно, вы не приедете, вы конечно. Имеете право. Это прописано в законе про статус депутатов местных советов. То есть о том, что депутат городского совета имеет право бесперешкодно попадать на все предприятия, которые находятся в коммунальной собственности в период работы предприятия. То есть я был в период работы предприятия вне выходной день, встречался с коллективом, якобы была вызвана полиция о том, что я насильно удерживаю людей, которые находились на этом... То есть один человек да. силой удерживает да 100, больше 100 более человек. 100 человек. Да. И вы когда сильный, Владислав. Да, спасибо большое за комплимент. На самом деле это было все не так. Полиция приехала, довольно-таки очень грамотные, компетентные ребята, которые задали вопрос не мне лично, не задали службе безопасности, задали людям. Люди там просто начали смеяться и как бы просто сказали, что полиции обязательно нужно разобраться со службой безопасности, которая провоцирует и создает такие условия. Вот хорошо, такая... результаты этой встречи к чему-то пришли, и да. дальнейшие действия ваши, судя по тому, что руководство предприятия не вышло ни к людям, ни к вам, ваши дальнейшие действия? Да, оно побоялось выходить, оно вышло позже, и, насколько я знаю, после меня были депутаты городского совета, тоже мои коллеги, и которые предупредили директора о том, что все, скажем так, все дальнейшие увольнения, которые будут происходить на водоканале, а с момента прихода нового директора практически за год было уволено более 80 человек. То есть это подтвердился факт проверки, который на сегодняшний день есть. То есть это, я не знаю, это в контексте реорганизации какой-то, или с чем связаны эти увольнения? С чем связаны увольнения? И где действительно был профсоюз? Профсоюз как таковой не работал. Работники водоканала, те, которые пришли на митинг, они с недоумением узнали о том, что уже как месяц назначен руководитель профсоюзного комитета. Назначен глава. Получается, с нарушением, если коллектив об этом не знал. Правильно? Дело в том, что нет, не с нарушениями. Дело в том, что с приходом нового директора он переписал сам устав предприятия. То есть по закону, как бы директор коммунального предприятия может вносить не в устав, а в положение про работу предприятия он внес изменения. И теперь главу профсоюзного комитета выбирают, грубо говоря, как начальники там управления отделов там, то есть которые очень были... удобно. Очень получается. Удобно. Да, то есть все люди, которые непосредственно подконтрольные, назначаются директором, то есть выбирали человека начальника профсоюза. То есть поэтому здесь и логично, потому что вышли люди. Потому что на сегодняшний день профсоюз не защищает права, скажем так, работников, а защищает, соответственно, интересы руководителя данного предприятия. Я, насколько знаю, будет 11-го перевыборная конференция, и я так понял, что люди уже собирают подписи о том, чтобы все-таки переизбрать главу профсоюзного комитета и все-таки назначить человека, который непосредственно может донести проблемы простых рабочих до руководства и не дать сокращению, не дать тех, скажем так, проблем, которые сегодня у работников есть. Ну, я знаю, на некоторых предприятиях, например, на Облтеплоэнерго, да. у них председатель профсоюзного комитета – это вообще не работник предприятия. Да? Тогда он заинтересован действительно в том, чтобы отстаивать интересы. Конечно, он да. не подконтролен. Я вам хочу сказать, что вот кадровое назначение сегодня на коммунальное предприятие Николаев Облтеплокоммунэнерго Николая Логвинова, это одно из таких, скажем так, ну, его назначала область, он еще на сегодняшний день, да, он находится в подчинении области, но есть уже решение о передаче с областной собственности в городскую, то я считаю, что по кадровому, вот именно по Николаю, по кадровому назначению вопросов у депутатов городского совета не будет, потому что это нормальный действительно кризис-менеджер, он работал на нескольких банках руководителем банка, эти банки были довольно-таки успешными на территории Николаева, поэтому как бы вот здесь за Николаев Теплокоммунэнерго я спокоен. Хорошо, давайте вернемся к водоканалу. Да.
я повторю вопрос, ваши действия далее? Ведь ситуация, вчера точка не была поставлена, да? Вот как дальше должны Смотрите, развиваться события? Ну, как вообще по-хорошему, этот человек, который сегодня возглавляет Николаев водоканал, он не должен его возглавлять. У него нет достаточного образования для того, чтобы возглавлять данное предприятие. Это, может, кто-то назначил в свое время? Ну, естественно, его мэр назначил, я скажу, это не секрет. У нас проходила комиссия, у нас же как бы было озвучено городским головой о том, что у нас все кадровые назначения будут проходить прозрачно. Через комиссию, комиссия будет рекомендовать, либо не рекомендовать, и мэр будет утверждать. Но все наши голосования за ту или иную кандидатуру, по всем практически, по Николаеву Гуртожитку, по Николаеву водоканалу, по коммунальному предприятию, обслуживающему Ленинский район, это Пивдень, коммунальное предприятие, которое одно из самых больших предприятий города по обслуживанию жилищно-коммунального фонда. То есть они все были нами не утверждены комиссией, соответственно, но назначены мэром. То есть, соответственно, мы можем считать, что это люди сегодня мэра, которые довольно-таки неуспешно возглавляют те или иные предприятия. Поэтому так вот у нас сегодня обстоят дела. А вот у меня еще такой вопрос. Смотрите, какое-то время назад там в средствах массовой информации обсуждался вопрос о сбросе нечистот в реке Николаевской. Это действительно настолько серьезная проблема? Да, эта проблема очень серьезная. И дело в том, что в связи с тем, что у нас как так получилось, что мои коллеги пока не реагировали на эти случаи, мэр обвинял от заинтересованности меня как личности в работе водоканала, якобы я имею какие-то отношения к водоканалу. На самом деле, я думаю, что еще после нескольких высказываний мэра я буду вынужден обратиться в суд по защите чести и достоинства, для того, чтобы он вообще никакого отношения. А почему коллектив к вам обратился? Дело в том, что коллектив увидел, что уже неоднократно я высказываюсь в сторону некомпетентности руководителя. То есть, если руководитель компетентен, он слышит и депутатов, он слышит и работников данного ему предприятия, то как бы можно с любым вести диалог. Когда человек был назначен и начал себя так вести, что мы депутаты, нам не нужно предоставлять информации, мы, скажем так, не обязаны знать, что происходит на предприятии. То есть у нас с этого все началось. Когда мы запросили документацию по поводу заработной платы, по поводу нововведений на водоканале отделов, которые не обязаны там быть. Если вы хотите, например, расследовать хищение на предприятии, то есть вам достаточно написать заявление в полицию там, или в правоохранительные органы, что у вас есть какие-то проблемы, и полиция это разберется. Но не обязательно создавать более 10 человек штат, которые ездят на разрытие и фотографируют людей, которые работают там в этих фекалиях. При том, что если бы работникам выдавался бы, например, материал в полном объеме, в котором им нужен, и там фиксировать, то это одно дело. А когда люди действительно там время от времени выезжают с щепиками, забивают их для того, чтобы устранить утечку. Потом у нас, почему этих разрытий сегодня много? Потому что на сегодняшний день масса этих разрытий, я уверен, что будут еще разрываться для того, чтобы их действительно там полностью локализировать проблему. Потому что, насколько я знаю, материалы, там тендер только проводится водоканалом. То есть на сегодняшний день он в полном объеме. На работы, которые будут трубы, да, менять. Да. Собственно, поэтому и порвешься. Да, поэтому как бы вот есть проблема, и это кадровая проблема. И это кадровая проблема руководства. Поэтому я хочу все-таки донести то, что работники водоканала увидели, что я отстаиваю их интересы, поэтому, естественно, они ко мне обращаются для того, чтобы их поддерживать и помогать им донести их проблемы до руководства области, до руководства города и принять соответствующие меры.
У нас осталось буквально 2 минуты. Давайте вернемся все-таки к стокам, к нечистотам. Да. К нечистотам, значит, я вам хочу сказать, в связи с тем, что как бы меня мои коллеги не услышали, я вынужден был обратиться в областной совет. Я был на профильной комиссии экологической в областном совете, выступил, и меня поддержали депутаты единогласно областного совета, создали рабочую группу и обратились к городскому главе для того, чтобы профильную комиссию депутатов с экологической инспекцией включить в состав рабочей группы, которая сегодня есть. Мною было предложение, и депутаты меня поддержали. Сегодня есть контрольно-ревизионная комиссия по работе водоканала, которая на сегодняшний день продолжается. И сегодня депутаты областного совета тоже в рамках своей деятельности экологии, так как они имеют полное право проверять как и город, так и область, будут включаться в процесс и выявлять те нарушения, которые сегодня есть. А то, что Николай Водоканал делает аварийные сбросы в речку и не занимается сегодня модернизацией, то это и есть проблема. Ну що ж, будемо сподіватися, що врешті-решт наше місто і все, що навколо нашого міста, буде чистим і безпечним. Я дякую за те, що звітали до студії. На жаль, дякую. Наш час вже вичерпано. Ну, бажаю успіхів вам у вашій дякую, роботі. Дякую. На все добре.